Приветствую вас в этом видео, на связи Вячеслав Опилкин. И сейчас я вам покажу, как можно будет легко настроить презентационную страницу для того, чтобы приглашать партнеров и показывать им эту страничку, чтобы они могли посмотреть видеопрезентацию и потом уже зарегистрироваться по вашей партнерской ссылке. Вот, для создания странички мы будем использовать сервис Solus Page. Вот, и под этим видео я разместил ссылочку на регистрацию в этом сервисе. То есть вы переходите по этой ссылке, нажимаете кнопочку «Вход», и здесь вот, если вы уже регистрировались на сервисах Евгения Ванина, то здесь можно будет ввести email, пароль и войти. Вот, и если еще не регистрировались, то есть нажимаете «Регистрация», все, здесь вводите свое FIO, например, там пишу Олег Петров, и вставляем электронную почту. Вставляю свою электронную почту и нажимаем кнопочку «Зарегистрироваться». Все, на вашу электронную почту пришел пароль. То есть заходим в почту. Так вот, я перехожу в свои почтовые ящики, открываем аккаунт. И получается вот у нас ваш логин и ваш пароль. Все, я копирую свой пароль и возвращаюсь обратно на страницу входа. Сюда закрываем, нажимаем «Вход». Здесь теперь вводим, вставляем пароль и вставляем наш email. Все, и нажимаем «Войти». Все, можно сохранить этот пароль, чтобы в дальнейшем уже можно было легко сюда заходить и пользоваться уже этим сервисом. Все, после регистрации вы попадаете в такой личный кабинет, и здесь нам можно бесплатно создавать 20 страничек. Но для того, чтобы создавать странички, нам нужно сначала добавить домен. То есть нажимаем на кнопочку «Добавить домен», и вот здесь вот можно уже прописать какой-нибудь, то есть латинскими буквами, ваш домен. То есть можно, я писал свою фамилию. Вот, и можно здесь вам тоже прописать какой-то любой текст. Это будет, то есть, название вашего домена. То есть он будет начинаться, ваш домен, потом .soluspage.com, и потом уже будет идти название страницы, которую вы создадите. Вот я здесь подпишу Петра Тест, напишу. Вот, и здесь вот можно, в принципе, еще создавать, автоматически создать страницу из шаблона. То есть для того, чтобы это сделать, вот под этим видео я тоже ссылочку прикреплю на шаблон, который вам нужно будет себе сюда скачать. Итак, под этим видео вы найдете ссылочку уже на шаблон. Открываете вкладочку «Новую» в браузере, вставляете вашу ссылку, переходите по ней. То есть и у нас вот открывается вот такой шаблон, который мы можем уже установить и отредактировать его. Для того, чтобы нам его отредактировать, нажимаем кнопочку «Получить». И оплатить нужно с внутреннего рублевого счета. То есть цена у него бесплатная. Просто нажимаем кнопочку «Оплатить». И у нас он загружается, наш кабинет. Все, после этого переходим в раздел «Купленные шаблоны». И вот здесь у нас появляется вот эта презентация нового проекта для заработка «Живая очередь». То есть возвращаемся к раздел «Домены», и здесь нам нужно будет добавить страницу. Нажимаем «Добавить страницу». Все, и вот в этом поле нам нужно прописать будет название нашей страницы. Ну, назовем ее, как, например, похоже, как проект там, «Лифт». «Лифт Пресс». Вот у меня есть такой вот. Так, потом нужно будет выбрать страницу, заходим в «Купленные шаблоны» и вот выбрать вот такой шаблон наш. Потом переходим в раздел «Страницы» и нажимаем «Выбрать страницу». Все, у нас открывается вот такой шаблончик, и здесь, в принципе, можно редактировать
любые вот эти вот блоки. То есть можно менять содержимое вот этого блока, то есть поменять какой-то заголовок поменять, то есть если хотите, здесь можно текст поменять. Вот можно содержимое поставить, например, видео на своем канал, на свой канал загрузить видео и поставить его сюда, например. Вот, и самое главное, нам нужно поменять вот эти вот, получается, здесь три кнопочки. Раз, два и три. Ну и можно также поставить кнопочки на свой телеграм-чат поддержки партнеров. То есть, если вы хотите создать, если не хотите, можете оставить мой. То есть и партнеры будут приходить в общий наш чат, и мы будем с ними там уже общаться. Вот, и для того, чтобы нам загрузить вот эти свои ссылочки партнерские на эти кнопки. Так, мы нажимаем содержимое. И вот здесь есть раздел ссылки. То есть вот эту вот ссылочку вам нужно поменять будет на свою. То есть вам нужно будет зайти в кабинет просто гейм. То есть вот такой вот у нас кабинет. И здесь вот есть раздел такой. То есть это режим партнера у меня стоит. Есть раздел мои ссылки. Открываем его. И вот здесь уже есть ссылочки на именно на лендинги. То есть можно будет взять. Самый конец пропускаем. Вот такую вот ссылочку. То есть и у людей уже будет вот такой лендинг открываться. То есть копируем вот эту ссылку. Возвращаемся в редактор. И вот сюда проставляем вот эту вот свою ссылочку. То есть и нажимаем сохранить. Все так же, например, здесь ссылку на телеграм-канал можно поменять. То есть поменяете и нажимаете сохранить. Теперь переходим к следующей ссылке. Вставляем, нажимаем сохранить. Вставляем, сохранить. Так, единственное, здесь у нас что-то поменялось. Здесь можно написать. Жива очередь. Так, здесь что-то тоже поменялось. Вставляем, сохраняем. То есть, ну, здесь можете любое какое-то свое написать название. То есть, здесь все это редактируется. Все получается, вот ссылочки поменяли. Потом смотрим, проверяем, чтобы у нас все ссылочки так вот показывались. Внизу окошечко, что они у нас партнерские. Все, и нажимаем после этого сохранить. Все, и вот у нас в разделе страницы появилась новая страничка. Мы по ней переходим. И вот уже у нас готовая презентация есть. То есть люди уже будут, получается, регистрироваться по вашей партнерской ссылке. Проверяем все ссылочки. Чтобы они были одинаковые. Все, и наша страница готова. И еще, то есть для того, чтобы потом в дальнейшем уже рекламировать эту страницу, я в нашем телеграм-канале подготовил ссылочку на мой обучающий центр, где вы можете зайти и посмотреть. То есть там есть немного уроков по привлечению трафика уже на эту вот нашу страницу. Можно будет эти уроки использовать. Переходим в телеграм-чат поддержки партнеров. Нажимаем. И вот у нас здесь есть закрепленное сообщение. Вот здесь есть такая ссылочка. Приглашаю вас зарегистрироваться в моем обучающем центре. Копируем ссылку. Открываем ее. И вот здесь вот вам нужно будет пройти регистрацию. В новой строке. То есть здесь проходите регистрацию. Имя, email вводите. Логин придумываете. Пароль придумываете. И вот код активации, то есть вам можно будет здесь его сгенерировать и нажать зарегистрироваться. И после этого вы попадете уже в мой обучающий центр. Сейчас я войду туда и покажу вам, что нужно будет делать и где посмотреть обучающие материалы. Вот после входа у вас открывается вот такое вот окно с папочками. И здесь у вас будет доступ к двум папкам, которые бесплатно у меня. Полезные сервисы и партнерская программа. То есть открывайте полезные сервисы.
И вот здесь получается есть вот такие вот папочки. То есть здесь различные уроки по привлечению трафика уже найдете. Вот, вот основная такая инструкция, сервисы по привлечению трафика. То есть здесь вот есть уроки, можно будет посмотреть, как привлекать трафик с различных площадок. То есть ознакомитесь, все здесь изучите, и в дальнейшем можно будет уже настраивать рекламку. Все, после того, как изучите все материалы по трафику, то есть можете взять уже ссылочку на вашу страничку, вот, составить либо пост где-то ВКонтакте, либо уже заказать рекламу в рассылке, вот, и уже начать рекламировать этот проект. Но я желаю вам хорошего старта в этом проекте, и давайте вместе заработаем хорошие денежки здесь. Вот, и для этого у нас уже, в принципе, все есть. Есть страничка презентации, есть хороший продукт с хорошим маркетингом и с хорошими дополнительными сервисами для работы. Все, на связи был Вячеслав Опилкин. Всем пока-пока.